Приветики, я не сказала, с вами Яшка, любимый циркоплей. И я буду продолжать играть в Roblox, да, потому что вы ждали эту серию опять. Потому что, господа, просто я буду у них украдать еду. Тут просто написано, господа, я буду у них просто нагло украдать еду. Я просто притворилась хорошей девочкой. А теперь я буду сейчас плохой девочкой. Надо, чтобы они все ушли. А я такая зайду, у них все тут украду почти. Ну вот мой дом, я, короче, я так буду, короче, следить. Я у вас ничего не украду, давай-ка я, типа, надо у них доверие, короче. У Вики там подпишет. Господа, помните, когда я с ними только что познакомилась вот так? Она пишет, так, если мне что-то... У меня есть план, чтобы украсть у них еду. Ну, господа, я у них не украду еду, потому что она у нас... За мной следят. Она просто смотрит вот так. И она скажет, кто это был. Вика, автор, она там гуляет. Она гуляет. Она сейчас возьмет меня. Короче, закрой дом свой. А я, господа, у меня есть план просто запасы еды. Господа, у меня было 3 гамбургера. Моему персонажу было мало, но надо, чтобы... Все, они куда-то пошли. Я, короче, пойду сюда. И сейчас у них еду украду. Я у них не буду украдать еду, потому что потом украду у них еду в следующей серии. Я, короче, смотрю, я у нее буду под глазами. Типа я смотрю, да. Типа смотрю на лампу. Я у вас ничего не украду! Да, голос какой-то у них. Думаешь? Но мы тебе не верим. Может ты оказаться хорошей или нет? Вика будет говорить таким голосом. София, главное никуда не украдать, не еду, я знаю тебя очень сильно хорошо, я смотрела твои видео. Типа, Вика будет моя подписчица, типа, она будет меня останавливать от всяких глупостей. Так. О, господи! Солнце включилось. Идите сюда в дом, девочки. Ага! Господа, смотрите, Вика и девочки, они побежали, короче, в другую сторону. Это мой шанс... А! Нет, уже шанса нет. Короче. А, они сейчас... Лампа, только не упади. Монетка якась. А, это монетка. Я могу, короче, вот эту маленькую щель пропасть. А давай-ка я у них украду, будет сыр. А, понятно. Нет, я кладу лучше вот так делаю. Вот так, чтобы они не проникли. Мы просто поставили вот так, чтобы... Они просто все видят. А, понятно. Господа, я сейчас у них украду еду. Я же просто в следующей серии я прям не могу будет. Я обещала украсть у них еду. А? Простите. А? Ты прыгнула прям на них. А никто ничего не понял. Так, господа, мы сейчас будем у них украдать еду. Юль, ты готова, чтобы я у них украла еду? Mm-hmm. Я хотела просто в другой серии сделать это, украсть у них всю еду и убежать. Это будет в последней серии, будет 4 серии, понимаете, господа? Или же 5, я не знаю, сколько будет серий. Я в последней серии у них подружусь с ними, а потом уже буду с ними соперничать. Вика там, Кристина. Юля, они меня спалят, потому что тут постоянно я тут в доме. Если я у них скамячу, тогда они подумают, что на меня подумают. А я подумаю, что я предатель, и у них все схамало. Господа, просто у меня есть план. Типа, я храняю еду, типа, чтобы никто не трогал, типа, а потом я хочу съесть еду. Пицца! У них что, я должна смотреть, не знаю, супер не... Я не съем вашу еду, я не съем. Ага. Мы тут пол сломали. Это нас будет... понятно. Будет, короче, очень много серий, господа, потому что это очень много серий.
мне писали, иди вон, потому что они просто не... у нее очень много, у нее очень мало жизни. Ее бьют, она должна... у нее мало жизни, должна она умереть. Я должна все схамить. Давай, схамить эту еду. Я поняла, почему эта еда нужна. Она сейчас вернется, она поставила там галочку. Давай стой. У меня есть план. Не могу, короче. Ну что ж, ты убил мою подругу, ты убил всех, да? А я могу ему помочь? Чувак, я сейчас тебе помогу. А он просто там в ступоре. Она всех там забирает. Кто не видел мою серию, прям верну. Надо как-то так, я такая хорошенькая. На самом деле я сейчас... она тут строит, господа, в другой серии. День 18, господа, я день 18. Господа, да, наверное, все так. Когда будет день 19, я закончу, потом все съем. И это будет последняя серия, я пойду просто домой, вот туда. И это будет последняя серия, просто я так решила. Сейчас начнется день. И мы сейчас... Я могу ему помочь. Я хочу ему просто помочь, потому что... она там? Блин, автор там. Она меня видит через эти дырки. Дай-ка я их съем. Я могу на F есть, а на F не буду. Я, короче, оставлю на этот 19 день. Я все это слопаю. Потом на 20 день. О! Вика пришла! Здорово, Вика! Здорово! Короче, будем жить. У меня просто был спавнер. Она самая главная девочка, Вика, потому что она меня сейчас увидит. Я хотела, чтобы был один человек, чтобы я все схамала. Еда все на месте. Еда на месте. Я ничего не трогал. София, не говори этого. Я думаю, что это ты все съела. Я ничего не съела. Да ты что? Ты что-то съела, а потом ты говоришь, что все это все. Господа, сейчас будет 19 дней. Господа, я на 18 день украду еду. Нам нужно заканчивать. Последняя серия будет сейчас и никогда. Надо, главное, постараться украсть у них еду, потом сбежать, а потом вернуться обратно, написать им, что я ютубер, и это был пранк. А как вернуть еду, я не знаю у них, потому что они старались, принесли еду, а тут какая-то девочка съела у них еду. Это какой-то кошмар. Я, короче, пойду, чтобы Вика на меня не подозревала, потому что она никогда не подозревает. Я могу в любую минуту, когда они уйдут, вдвоем, вот так, они когда вдвоем вот так уйдут, тогда я сразу же могу есть еду. Мы заканчиваем, потому что серия очень сильно долгая. Всем боюсь, все серии.